Приветствую вас на канале «Современные родители». Сегодня в обзоре познакомлю вас с моделью прогулочной коляски McLaren Volo «Трость». Вашему вниманию главные характеристики, комплектация и основные положительные и отрицательные стороны коляски. В описании оставлю подборку ссылок на актуальные цены. Если хотите быть в курсе и не пропустить следующий обзор, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Итак, поехали! Это стильная и удобная прогулочная коляска. Эта модель прежде всего привлекает своим малым весом. Она предназначена для комфортных и безопасных прогулок с детьми от 6 месяцев. А в случае необходимости коляску можно быстро сложить и с помощью ремня переносить на плече. Благодаря резиновым сдвоенным колесам коляска легко управлять. Если зафиксировать передние колеса, то коляска плавно катится по ровной дороге. Если же снять фиксатор, даже одной рукой легко поворачивать коляску в нужную сторону. Коляска выполнена из высококачественных материалов. Ткань практически не выгорает, сохраняет первоначальный цвет. В случае загрязнения обшивка легко снимается и стирается при температуре 30 градусов в стиральной машинке. Шасси коляски изготовлено из прочного, но в то же время легкого алюминиевого сплава. Ребенок надежно защищен от непогоды. Широкий капюшон и дождевик оградят от солнечных лучей и дождя. А боковые стороны, выполненные из сетчатого материала, обеспечивают постоянную вентиляцию воздуха в коляске. Полная безопасность малыша. Ремни безопасности крепятся в 5 точках коляски, надежно удерживая малыша от выпадения. На всех механизмах защитные приспособления, чтобы ребенок случайно не травмировался. Вместительная прочная корзина позволяет сложить не только детские вещи для прогулки или игрушки, но и покупки. Для вас я выделила основные нюансы из отзывов владельцев такой коляски. Сначала о минусах. Не откидывается спинка, не ездит по песку вообще. Нет никакого кармана, даже соску некуда положить. Слабый центр тяжести. Подвеска только для ровных дорог, на плиточных тротуарах едет как поезд. В сложенном состоянии колеса пачкают капюшон. Колесики маленькие, амортизации отсутствуют. Теперь перейдем к плюсам. Легкая, удобная, маневренная коляска. Сиденье глубокое, ребенку комфортно. Разворачивается на 360 градусов практически на месте. Высокие ручки. Вместительная корзина для покупок. Легко складывается, есть ремень для переноски. Самая легкая из существующих тростей. Будьте в курсе, не пропускайте новые обзоры. Для этого включайте колокольчик и подписывайтесь на канал. Впереди много интересного, а также делитесь мнением в комментариях. До скорой встречи на канале «Современные родители».